Инвестпрограммы на новосибирских теплосетях и тепловых электростанциях продолжаются. В период с 2022 по 2023 год сибирская генерирующая компания заменила 25% критически изношенных тепломагистралей Новосибирска и в собственности энергокомпании. Юлия Алиханова узнала, как в городе проходит отопительный сезон, что делается для качественного теплоснабжения и какие планы на будущий год. За год удалось заменить больше 20 километров тепломагистралей. Это не считая текущих ремонтов. А общая сумма вложений в новосибирскую систему теплоснабжения, ТЭЦ и тепловую инфраструктуру составила 12,5 миллиардов рублей. Всего вместе с текущими ремонтами в Новосибирске мы заменили 53 километра в 2024 году. Что мы будем делать? Отремонтируем 103 единицы оборудования, 39 котельных агрегатов, 32 турбоагрегата, соответственно, с турбогенераторами. Эти цифры всегда равны. За два года действия инвест-программы длина сетей СГК в критичном состоянии уменьшилась на четверть. Энергетики сосредоточились на замене магистральных трубопроводов, так как именно от них зависит теплоснабжение наибольшего числа людей. Количество дефектов на тепломагистралях в отопительный сезон снизилось на 18%. В следующем году работы продолжат. Около 3,5 миллиардов рублей направят на замену 34 километров теплосетей. Акцент мы также делаем на западный жилмассив. Это улица Фасадная, улица Забалуева. Это Ленинский район, улица Блюхера, Котовского, вот микрорайон Горский. И это, наверное, центральная часть Левого берега. Это улицы Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Также в следующем году в планах энергокомпании продолжить программу модернизации тепловых электростанций. В это направление запланировано инвестировать больше 3 миллиардов рублей. Юлия Алиханова, Александр Миняйло, новости ОТС.